жена сына тоже. Да? А здесь это неприлично его? Ну, я скажу, это эсер на месте. Да. Ну. Это слова, которые у нас никто не видит сказать. Вот, вот так, смотрите. У нас проститутка. Ну, так я и говорю. А у нас это совсем другое. Да. Представляю, я бы твоей мамы спросила, как вам нравится. Ужас. И девка. Девка это просто такое... Пренебрежительное.